У центрі Кришівської школи живопісу, соші і пейзажі навокал ракі. Кришівські мастаки у любую пару года збираються на пленери, каб малювати родні мястіни. До місцевих живопісців долучаються уродженці Кришіва, які приїжджають на малую родіму з великих городів. Антон, расскажите, почему вы здесь опять на пленэре? Почему бросаете столичную жизнь и приезжаете сюда на СОЖ? Ну, во-первых, я как художник-пейзажист всегда должен держать контакт непосредственно с природой. А по-другое, каждый творца, який народился на Кришевской земле, лечит свою малую родиму отметной, и она клича подсилковаться ее становчей энергетикой. Для меня это очень важно, потому что все мое творчество, я вот как вот так анализировал, оно, в принципе, оно связано с этим совсем. Поэтому, ну, для меня это как почва такая, да, на которой все я делаю, основа. Поэтому для меня это особенная земля. Таму сёлета ўпершыню ў крычаўскім пленэры бярэ ўдзел і пяцігадовы сын Антона, верагодна, новы мастак крычаўскай школы жывапісу. Яна заснавана на рэалізме і пейзажах, за прыгажосці галоўнай усходняй беларускай ракі СОЖ. Всегда первым делом я приезжаю, говорю, мама, я на СОЖ. Вот. Иду на СОЖ и просто вот как-то отдыхаешь, приходишь в себя, такое миротворение постоянно. Поэтому вот тянет, тянет всегда. В общем, это родина? Да, это родина, это с большой буквы. Часом вясновое надворье подводит крышевских мастаков. Раницей было солнце, теперь задьмул холодный ветер. Але все ж таки пераменливая весна была и застается любимым часом мастаков и удячной натурой для цудовных живописных работ. Урэште все трымается на любови до родимы. Я сейчас был очень далеко, но не буду говорить где. И там солнце вечно светит, там вечный рай. И вот я возвратился на землю сейчас сюда, на родную. Я каждый день пишу. Мне каждый час, каждая минута так дорога и так близка сейчас особенно. После того, как я 3 месяца был очень на большом расстоянии от родимы. Крычаўскія мастакі – члены Беларускага саюза мастакоў. Удзельнікі выстаў у абласным цэнтры і сталіцы. Сваімі творамі яны нібыта пераконваюць гледачоў па ўсёй Беларусі, што крычаўская зямля адметна прыгожая. Здесь родились, живем, занимаемся творчеством, пишем свою малую родину и хотим показать красоту именно своих мест, чтобы обычный зритель мог посмотреть и сказать, как это красиво, как это здорово, и что на это надо посмотреть обязательно, на эту красоту. Илона Иванова, Юра Уласцов, Виталий Алексеенко, новини региона.